Ребят, всем привет! Получила вот недавно наши золото таблетки Бека, катализатор топлива, который позволяет экономить на бензин, дизель и газ. Вот с Натальей решили протестировать на машине марки Рено. Сейчас обнулим бортовые показания. А я уже обнулила? Ага, сейчас. Отлично. И ну, будем тестировать. Все, уже обнуленные, все. Соседний город, мы обнулили, значит, наши все показания. Едем в соседний город, до которого точно не знаю сколько. Сейчас машина покажет, сколько километров. То ли 18, то ли 20, то ли 16, кто как говорит. Вот. Хотя у меня на машине, на моей тоже показывало, но я никогда не запоминаю, где сколько километров. Вот. Сейчас приедем, посмотрим, сколько мы проехали километров на заправочку. Да? Поехали. Едем по трассе с Натальей. Как? Между городами, великими, уральскими, великими, уютными, сладкими городочками, Лысьва и Чусовая. Средняя скорость 100 км в час. 100 км, да, держу скорость, потому что нет смысла быстрее ехать. В другом знаке ограничивающие, поэтому будем ехать 100 км. Сколько у тебя водительский стаж? Много, 22. Вспомнила. Круто, со стажем, да. Со стажем. Да. Самое дальнее расстояние. Мало как... того, что со стажем, я всю жизнь езжу на дальники. Всю жизнь вот. Я севера, все объездила. Дальнее самое расстояние, какие у тебя были? Меня на трассе называли вся дальнобойщица. Что было, спросила? Самое дальнее расстояние. Самое дальнее расстояние туда-обратно я ехала 6000 километров. То есть я туда 3000, обратно 3000. Мне нужно было срочно. И я даже помню, что я не спала. А, и самое у меня, вот что я хотела сказать, у меня самое долго за рулем, без сна, я сидела 25 часов. О. Я ехала за рулем 25 часов. О-о-о. Ну, тогда был очень момент такой в жизни, очень нехороший, мне пришлось лететь. Семечки, адреналин и вперед 25 часов. У меня потом колотило трое суток. Сказала адреналин, а ты в курсе, что помимо питания для автомобиля есть питание для человека, то есть которое поможет как раз водителю не останавливаться на эти кафешки, а очень полезную пищу получать. Ты в теме уже, да? Да, да. Я уже в теме, слава богу. Сейчас я уже сегодня начала третий курс смотреть, кстати. Третий урок, да. Ага. Урок, курс. Шаги миллионера. Ага. Да, шаги миллионера. Сегодня начала третий смотреть, но вот надо протестировать нашу вкусняшку. Супер, супер, супер. И, в общем, супер. Я, вот почему-то, такие у нас девчонки. Я не знаю почему, но я сейчас разговариваю, у меня эти мурашки бегут по телу. Круто, круто. Это круто. Внутреннее ощущение, что правильно. Крутизны. Да, круто. Да. Спасибо. Часовой. Спасибо, зеленый стрелочка. Так, вот мы проехали 20 километров и 9, то есть 21 километров. Вот мы на заправке Лукойл. А Лукойл, рекламка Лукойл. Вот цена бензина. Сейчас пойдем мы на заправочку. Будем заправляться с таблеточкой. А расход ты показал? Нет, на 20 километров. Сколько у нас? Расход сейчас сделаем. Подожди, расход. Где он? Вот, 10 литров 100 километров. 10 литров на 100 километров расход, да? Подожди, вот, ага, хорошо. Что-то как-то мало у него. 10 литров на 100 километров. То есть много, не то я сказала. Вот. Так, зафиксировали. Заправка Лукойл, дизель 55 рублей 39. 92-й 48-13 и 95-й 52-43. Это город Чусовой, Пермский край. Приехали на заправку. Давай, красоту. Короче, у нас там сколько? 5 литров. Значит, осталось, да? На 25 литров кидаем, да. Четвертинку. Покажи вот так. Ага. Вот. Четвертинку бека. Кидай прямо в этот бак. Да, вот мы кидаем. Подожди. Ага. Заправляем 92-й. Я даже не знаю, на каком он ездит. Ну, все равно, даже если там 95-й, 98-й, можно заправлять с БЭК 92-й.
Так, все, я поехала, пошла. Давай, заправляем. Оплачивай, а потом посмотрим. Заправили 20 литров, 92-й бензин. Еще 5 минут. Да, сейчас 10, стоим 10 минут, чтобы таблеточка у нас растворилась. И продолжение следует. Да, Наталья? Да. Все, мы снова еще бортовой компьютер обнулили. Они сняли, что мы обнулили. Нет, ну обнулили. Пойдем. Обнулили. И едем сейчас обратно уже с 1/4 таблеточки БЭКа. Вот, наблюдаем. Первый тест, ребят, первый тест. Расход 7,4-7,5 расход, прикинь, правда? Супер, супер. Блин, вот я что, как мамочка кричу. Наташ, вот скажи, твои первые ощущения, может быть, что-то уже почувствовала по динамике машины? По динамике она как стала, знаешь, вот как будто даже ходовку отремонтировали. То есть как-то она по-другому, вот она, даже гудит-то по-другому. Вообще такое ощущение, что я двигатель отремонтировала или поменяла машину. Я даже не могу объяснить, как. Ну, то есть смотри, чувствуется. Такое ощущение, да, как будто мне отремонтировали ходовку, и она пошла мягко. То есть и звук у двигателя другой совершенно. Итак, мы сели записать. Ехали, когда без БЭКа расход был 10,1 на 100 литров. Ехали, когда уже с катализатором, расход 7,5 литров. Экономия составила 26%. Ребят, это только с первого теста. Это очень крутой показатель. Супер!